Спонсор службы новостей – офтальмологический центр «Крофт Оптика М». Здравствуйте! В эфире телеканала «Карибус» служба новостей. Коротко о главных событиях города и области расскажем вам прямо сейчас. В Магадане утверждена программа по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, рассчитанная до 2022 года. В ее рамках запланировано привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан на добровольной основе. Магадан занял первое место в области по оценке эффективности работы органов местного самоуправления за 2016 год. Основными критериями являлись состояние дорог, повышение инвестиций и доступности жилья для населения, улучшение показателей социальной сферы и реформирование ЖКХ. Министерство сельского хозяйства предлагает увеличить штрафы за незаконную добычу рыбы. После введения новых взысканий за вылов одной кеты браконьеры заплатят более 2000 рублей, что в 3,5 раза больше, чем сейчас. За 1 килограмм икры белуги придется отдать 82 тысячи, что превышает существующий штраф почти в 10 раз. Русская горнолыжная школа открыла сезон на месяц раньше обычного. Спортсмены уже могут готовиться к соревнованиям. Подъемники пока не работают, однако персонал активно ведет работу по полному запуску школы. В Магадане завершился открытый турнир по баскетболу среди трудящихся. Игры проходили во Дворце спорта. Среди мужчин победителем стала команда «Динамо», золотой призер женского первенства «Университет». Далее вас ожидает информация о погоде и мировые новости. Смотрите телеканал «Карибу». Здравствуйте! В Магадане 25 октября на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков. Температура ночью минус 3, днем до плюс 1. Ветер северо-восточный 2,10 метров в секунду. Далее информация о приливах и отливах. Полная вода в 12.36 и 23.51. Малая вода в 6.00 и 18.09. Спонсор прогноза погоды – ярмарка меда, сладостей и специй в спорткомплексе «Металлист». Пусть непогода не омрачает вашего настроения, и на душе всегда будет тепло и ясно. У вас дома стали появляться изумительные сладости? Значит, кто-то из родных уже побывал на ярмарке в «Металлисте». Мед из Башкирии, конфитюр из ягод и фруктов, белевская пастила, зефир, мармелад, халва, ароматное подсолнечное масло и элитный чай. Попробуйте с наслаждением. Покупайте с удовольствием. «Металлист», Пушкина, 8. О событиях в России и за рубежом по данным информационного агентства «Итартас». Последнее полотно, созданное бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем «Пруд с золотыми рыбками», выставлено на аукцион «Сотбис». Картина о потаенном уголке самого особенного для Черчилля места в английском графстве Кент предварительно оценена почти в 100 тысяч долларов. В Молдавии с нового года введут систему продуктовых карточек. Она призвана повысить производительность труда в одной из беднейших стран Европы. Необходимая для нововведения законодательная база уже принята парламентом страны и вступила в силу. В Чехии продолжают обсуждать оригинальный подарок, сделанный президенту республики. Главе государства вручили деревянный макет автомата Калашникова, на прикладе которого была надпись «Для журналистов». Аналитики предположили, что причиной столь необычного презента стало высказывание президента во время деловой встречи, который обратился к своим охранникам со словами «Уберите этого оператора, или я его убью». Напоминаем, спонсор рубрики «Мировые новости» – современная столовая «Поварешка», расположенная на проспекте Карла Маркса, 40. На этом у нас все, и помните, новости ближе, чем вы думаете. Каждому нужен тот, кто его ждет, кто обогреет и накормит в любую погоду, кто всегда рад вас видеть и отвечает вам знакомой улыбкой. Столовая «Поварешка». Вы ведете активный образ жизни, но у вас близорукость? Для тех, кому некомфортно в очках, Крофт Оптика представляет окей-терапию. Ночные линзы за время сна, корректирующие близорукость. Вы надеваете их только на ночь. Линзы создают гидродинамические силы, которые изменяют толщину эпителия роговицы. Эти микроскопические изменения создают такие условия, что утром, вынимая линзы, вы хорошо видите до следующей ночи. Ночные линзы работают, пока вы спите. Крофт Оптика. Телефон в Магадане 62 85 47.